Ромашкинское месторождение, расположенное на востоке Татарстана, входит в десятку мировых нефтяных супергигантов. Сегодня его геологические запасы оцениваются в 5 миллиардов, а разведанные и доказанные в 3 миллиарда тонн. Цифра даже по глобальным стандартам фантастическая и необъятная. Но дело в том, что доля нефти, добытой с Ромашкинского месторождения, составляет более 70% всего татарстанского черного золота. И по оценке экспертов, к 2017 году почти 80% от доказанных запасов Ромашкинского месторождения уже добыты. Ромашкинское месторождение, оно относится к одному из крупнейших месторождений в мире. Оно занимает 13 место. Вообще, оно было открыто в 1948 году, принадлежит обществу «Татнефть», и мы занимаемся лишь частью этого крупного месторождения, мы разрабатываем и выполняем сервисную часть одной из залежей. То есть, говоря языком самих нефтяников, месторождения находятся на поздней стадии разработки. Отсюда и все вытекающие, в том числе тенденции к снижению дебита скважин, которыми всерьез озадачены в главном педропользователи российской нефтяной компании «Татнефть». Наша задача – это проанализировать данные с нуля, практически мы это проводим, и довести дело до анализа разработки, до моделирования. И наша задача предложить им дальнейшую разработку, предложить геолого-технические мероприятия. Ученые Казанского университета присоединились к проводимым работам возвращения новой жизни на одном из крупнейших месторождений нефти в мире, используя целый комплекс проводимых исследований. Для данного проекта мы используем новый подход для интерпретации данных ГИС. Это нейросети, нейросетевое моделирование, что показало довольно-таки хорошие результаты. Проблемами разработки главного нефтяного кормильца Татарстана активно занимаются несколько научных групп стратегической академической единицы «Эко-нефть». К изучению степени разработки отложений на месторождении охотно присоединяются и студенты. Участие в данном проекте – это отличный шанс для будущих геологов закрепить и углубить теоретические знания, полученные в ходе учебного процесса, а также приобрести и усовершенствовать практические навыки. Вместе с тем, это большая ответственность и бесценный опыт, поэтому покидая стены университета, выпускники будут максимально готовы к работе с реальными проблемами нефтяной отрасли. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.